Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Хочу поделиться с вами, что я сегодня приготовила. И если вам какой-то интересен рецепт, пишите в комментариях. С удовольствием сниму для вас видео и объясню, как это все готовится. Ну, наступаем. Приступаем. Паста с морепродуктами в сливочном соусе. Все горячее, поэтому еще не процеживала. Компот из облепихи. Куриный супчик. И фаршированные перцы. Все, кто обратил внимание на грязную плиту, прошу, торжественно обещаю, что все, честно, пионерское, все вымою. После приготовления еды все будет чистое. Всем приятного аппетита. Спасибо.